Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Гаряча лінія». Сергій Власенко, президент регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області, сьогодні гість нашої студії. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Добрий вечір. У нас в студії. Сергій Валентинович, одна з ваших останніх заяв, що регіональну торгово-промислову палату бажають знищити великі компанії. От цікаво, навіщо? І може от у цьому контексті взагалі які функції РТПП? Чим ви займаєтесь? Навіщо? Для кого? Кого об'єднуєте? Будь ласка. Большое спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно сегодня торгово-промышленная палата Николаевской области больше связана с какими-то скандалами, рейдерскими захватами, но мало кто действительно знает о каких-то ее реально полезных функциях для нашего Николаевского региона, в частности для наших предпринимателей. Дело в том, что торгово-промышленные палаты региональные находятся в каждом областном центре и выполняют функцию, в первую очередь, это объединение предпринимателей. Каждый предприниматель, зарабатывая деньги на этой территории, могут между собой познакомиться, поделиться своими взаимными возможностями, ну а самое главное, получить определенный уровень поддержки, юридической защиты, ну и, конечно же, объединив усилия, высказать ту или иную общественную поддержку в общественных организациях, ну и главное, конечно, в органах государственной власти. Кроме всего прочего, торгово-промышленные палаты традиционно выполняют функции, связанные с экспертизами, вопросы, связанные с оценкой движимого и недвижимого имущества, выполняет функции экспортного контроля, выполняет очень важные функции, связанные с определением форс-мажорных обстоятельств, информационных справок, проведение общественных организаций, связанных с проведением круглых столов, выставок, обеспечивает информацию через свои сайты. Ну а функция, которую делегировало государство, и которую на сегодняшний день выполняет вместе с таможней Украины, это вопросы, связанные с выдачей сертификатов происхождения. Это как раз тот документ, который и позволяет определить страну происхождения, получить преференцию, то есть какие-то льготы от определенных стран, которые предоставляют украинским производителям, экспортерам, но и с этим документом, соответственно, пересекать границу Украины. Я думаю, что именно в связи с тем, что именно торгово-промышленные палаты региональные подтверждают происхождение товара, смотрят за производственным циклом, пытаются определить, где же на самом деле этот товар был произведен и куда он поставляется. Мне кажется, что именно из-за этого возникает самый главный вопрос конфликта интересов легальных производителей и производителей, которые хотят поставить свою продукцию на экспорт с определенными, скажем так, ценовыми изменениями, то ли цены, то ли количество, то ли качество. Это вопросы, связанные и с зерновыми, и с вопросами, связанными с металлургической промышленностью. Мне кажется, что именно, не кажется, у нас в принципе на сегодняшний день есть подтверждение о том, что компании, которые поставляли через одесские порты, через порты малой и большой Одессы, так называемой, да, сегодня заинтересованы в прохождении этого груза через Николаев. И именно поэтому был связан такой достаточно жесткий конфликт, связанный о том, чтобы не проверять сертификаты происхождения, поставить под сомнение вообще легитимность нашей подписи и печати и отправить сертификаты происхождения через Одесскую торгово-промышленную палату. Ну, собственно, предприниматели это должны быть заинтересованы в сотрудничестве. Безусловно. С вами. Если мы должны сейчас широко осваивать европейские рынки, то там очень серьезное внимание уделяют качеству. Уделяют и качеству, и количеству. Самое главное, что на сегодняшний день торгово-промышленная палата, как такое, знаете, международное окно и в Европу, и вообще в мир, является проводником тех стандартов, которые существуют в мире. И европейских стандартов, не только в качестве, скажем так, там, логистики, да, но в первую очередь в качестве производства. И торгово-промышленная палата здесь выполняет роль компании, которые смогут обеспечить специалистами, своими специалистами, привлеченными специалистами для того, чтобы производственное качество и качество продукции, и качество управления этими предприятиями соответствовало мировым стандартам. Только таким образом мы сможем выходить на мировые рынки. Конечно же, если такие скандалы, которые будут развиваться в разных региональных палатах в связи с отстаиванием каких-то личных интересов, будут ставить под сомнение наши документы, а это, безусловно, повредит нашим предпринимателям, которые пользуются нашими услугами. Собственно, имидж у самой палаты. Это в первую очередь. Имидж у самой палаты – это одно из главных достояний самой палаты.
Ну, вот вы говорите о том, что подобные палаты есть в каждой области. Какой смысл уничтожать их ее здесь, в Николаеве, крупным компаниям? Ну, вот вы сказали, на Одессу. Неужели вы из Одессы дешевле вывести товар? Нет, товар никто не вывозит. На самом деле сертификаты происхождения выдают в Одесской палате, а товар идет через Николаевские границы. То есть там проще договориться? Ну, там, видимо, уже договорено. Поэтому все гораздо уже проще и сделано. Вопрос только заключается в том, что такие забастовки, которые сейчас якобы проходят, и саботирование, либо невозможность проверить эти документы, и говорят о том, что эту схему на сегодняшний день документально в полном объеме подтвердить нельзя. Мы сегодня видим, что происходит в Николаевских портах, и об этом уже неоднократно говорили. Поэтому даже сравнить о том, какой груз был определен в Николаевских портах, и имеет ли к этому Николаевская торгово-промышленная палата, для этого необходимо провести независимый аудит. Аудит как финансово-хозяйственной деятельности, всех тех договоров, которые были подписаны от имени торгово-промышленной палаты, экспертиз, но, безусловно, сертификатов происхождения. А вот еще несколько слов о самой палате. Сколько людей работает и вот юридический статус? Вы предприятие какое? Кто финансирует? Хороший вопрос. На самом деле, как ни странно, само государство не может определиться с юридическим статусом торгово-промышленной палаты. Хотя вроде бы наша организация, специально под нашу организацию был создан закон о торгово-промышленных палатах Украины. Но когда мы заходим в юстицию и пытаемся определить все-таки, какой же статус, и юридический статус формы собственности, у нас в наших документах написано «иншая форма властности». То есть это не частная организация, это не общественная организация, это не государственная организация. Но в каждом функции, в которой она выполняет, есть элементы. Допустим, элементы в управлении или создании органов управления, о чем мы сейчас, в том числе и президента, это вроде бы как орган такой общественной организации. Вопросы выдачи сертификатов происхождения, то, чем занимается государственный орган таможни Украины, это государственные функции. Вопросы, связанные с собственностью, здесь в полном объеме распоряжается собственностью руководитель торгово-промышленной палаты от лица общего собрания и под контролем совета торгово-промышленной палаты, то есть это президент. Мне кажется, что из-за возможности именно распоряжаться средствами, документами, контролировать все процессы, то есть, грубо говоря, должности президента, идет самая такая вот конфликтная ситуация. Ну, скажите, вот палата прибыльная? Палата – прибыльная организация, хотя по закону она не прибыльная. А почему написано… Это все так хитро. Да, хитро было написано. Почему решили законодатели о том, что палата должна быть неприбыльная организация? Ну, видимо, какая-то была в этом вопросе, ну, наверное, целесообразность. Но торгово-промышленная палата Николаевской области всегда была прибыльная, во всяком случае, с 2004 года. Она была прибыльной организацией, одна всегда входила в десятку самых успешных организаций. Я считаю, что прибыль, которая... А что помогает вот так Николаевской, учитывая, ну, у нас такого прямо вот сильно крупного бизнеса вроде как и нет. Что помогает вам быть в десятке лучших? Были в десятке лучше. Не, ну, может, вернетесь? Мы вернемся выше. Когда? В течение года. Хорошо, я запомнила сегодняшнее Хорошо. Число. Да, сегодня 10 число. Я хочу сказать, что, в принципе, в течение 3 лет торгово-промышленная палата с 2004 по 2007 достаточно успешно осваивала новое направление вида развития. Мы активно сотрудничали с Николаевскими портами, делали то, чего раньше не делали, ну, в других палатах. Мы активным образом работали в вопросы, связанные с государственными закупками, помогали как предпринимателям, так и тендерным комитетам активным образом защищать свои права, проводить это все только в законном русле. Мы обслуживали компании, которые занимались экспортом не только в Николаеве, но и в других областях к нам обращались. У нас был достаточно высокий уровень специалистов и юристов, которые смогли обеспечить через наши компании, как экспедиторов, крупные потоки, проходящие и через Одессу, и через Херсон, и через Киев. У нас был достаточно серьезный, очень быстрый взлет, но кроме всего прочего, уже в 2011 году мы подготовили для системы торгово-промышленной палаты достаточно мощный национальный международный проект, который на тот момент имел лозунг «Заяви от Алантимиру». На самом деле, ну, как бы название, ну, было связано с интеллектуальной собственностью. Я думаю, что этот проект
хоть и был приостановлен в 2011 году, в связи с, ну, в 2012 году, в феврале 2012 и произошел этот незаконный захват власти. Я думаю, что именно один этот проект сможет поднять и рейтинг Николаевской палаты, и дать возможность заработать огромному количеству предпринимателей вместе с нами, ну и самое главное, защитить их права в вопросах, связанных с интеллектуальной собственностью. Он прошел на тот момент и юридическую экспертизу, и международную экспертизу. У нас было достаточно большое количество партнеров уже за рубежом, которые готовы были подключиться к этому проекту. Но в связи с теми действиями, которые мы уже были, ну, свидетелями и участниками этих событий, этот проект был временно остановлен, но команда вернулась, поэтому я думаю, что в течение полугода-года мы этот проект будем реанимировать. Ну, хорошо. В каком состоянии палата сегодня? Вот ваша оценка, у вас-то большой опыт руководства региональной торгово-промышленной палаты. В каком она состоянии? Вы знаете, я могу сказать только субъективную точку зрения, ни в коем случае не ругая там предшественника, да, и не пытаясь за счет, скажем так, его образа как-то, ну, сделать себе более успешный такой образ руководителя. Но пройдя по всей палате, не только там зайдя к себе в кабинет, пройдя по всем абсолютно кабинетам, вы знаете, у меня такое ощущение, что время на какое-то период времени остановилось. И вот то, что были сделаны ремонты еще в 2006, 2007, 2008 годах, начиная от линолеума, окна, потолки, штор, жалюзи, столы, практически все остановилось на месте. Я не увидел на самом деле никакого существенного ремонта, обновления материально-технической базы. Я зашел к себе в кабинет, увидел свои собственные кубки, которые стоят, которые мы, я, ну, наша команда завоевывала на спартакиадах, в том числе кубок меня как капитана. Увидел свою собственную яхту, которая стоит, которую я приобрел на благотворительном вечере у Бахтова. То есть мне как-то, знаете, такое ощущение, что остановилось, и развитие на самом деле не произошло. Не, ну, с другой стороны, приятно прийти и увидеть родные вещи. Все свои родные вещи. Ну да, наверное, приятно увидеть, но мне кажется, что время-то не стоит на месте, не надо посмотреть в прошлое, надо смотреть всегда в будущее. Поэтому я думаю, что после того, как мы проведем еще и финансово-экономический анализ самого предприятия, да, аудит, мы поймем, куда на самом деле делись деньги, которые были на счетах в 2012 году, как они были эффективно, неэффективно они были распределены, ну и самое главное, как на самом деле, может быть, что-то произвела торгово-промышленная палата такого, что она скрывала, и на этот раз свет сможет увидеть какое-то такое, знаете, скрытое от общественности, может быть, полезное для общественности, там, то ли сооружение, то ли, может быть, новый офис, то ли лабораторию, но пока я это не нашел. Ну, вот интересно, вы в течение последних лет, ну, каким-то образом отслеживали деятельность палаты? Вам безусловно, интересно было? Безусловно, я отслеживал деятельность и нашей палаты, и системы торгово-промышленной палаты Украины. А мне кажется, что... Вот оценка со стороны. Оценка со стороны, что палаты в большей степени стали похожи на... знаете, такой орган очень близок к подобным к государственным структурам, которые не работают с предпринимателями в качестве сервиса, да, не предлагают им новые качества услуг, а предлагают им те же самые стандартные виды услуг в виде экспертизы, сертификации, к которым, в принципе, уже все привыкли. И на этом вопросе делают там, себе какую-то копейку, зарабатывают, как-то проживают. Ничего существенно нового, так чтобы сказать, что есть альтернатива сертификатам происхождения, на самом деле пока нет. Это, наверное, самый удручающий пока фактор, который соответствует всей торгово-промышленной палате. Хотя, хотел бы отметить, что одной из самых сильных палат на сегодняшний день в Украине является Харьковская торгово-промышленная палата. Там достаточно успешный руководитель и предприниматель, в прошлом имеющий отношение к государственной службе и имеющий отношение к бизнесу. Человек, который реально продвигает экспортный потенциал Харьковской области. И я думаю, что многим палатам сегодня есть, скажем так, чему у него поучиться и где взять опыт. А вот вы говорили, что, ну, в свое время были очень серьезные специалисты. Они сохранились? Или поразбегались? Ну, безусловно, вы знаете, когда сегодня говорят о том, что боятся прихода властника, потому что якобы будут чистки, все забывают, что именно в феврале 2012 года вот тот костяк специалистов как раз вычистили в течение 2 недель. Часть из специалистов мне удалось сохранить, и они возвращаются в торгово-промышленную палату. Часть уже нашли себя в других организациях, кто-то в своем собственном бизнесе, кто-то пошел, ну, работать. Но
При всем при этом, все, кто работали в нашей команде, по-любому станут либо нашими партнерами, либо членами палаты, либо в дальнейшем смогут оказывать нам услуги, либо консультации, потому что понимают и уровень наши задачи, наши цели. Ну, смотрите, буквально на днях появилось сообщение о том, что прокуратура завела дело по факту вмешательства первого вице-губернатора в деятельности РТПП. Угу. И в этом контексте хотелось бы узнать, а какова в принципе процедура назначения или выборов президента торгово-промышленной палаты? Вот юридически как это делается? Как правильно? Как это делается? Раз в 5 лет собирается общее собрание членов торгово-промышленной палаты. И путем открытого прямого голосования большинством избирают президента торгово-промышленной палаты. Таким образом, в 2004 году я был избран президентом торгово-промышленной палаты. Ровно через 5 лет, в 2009, я опять-таки был единогласно избран президентом торгово-промышленной палаты. В соответствии с уставом, срок полномочий президента, срок полномочий, не срок жизни, как пытается утвердить, да, президента, а срок полномочий его, составляет 5 лет. А в 2009 году я был назначен, избран. Угу. В 2012 году, в феврале, досрочно были приостановлены мои полномочия. То есть, каким образом тогда это было? Общим собранием. Безусловно, общим собранием. После чего один из предпринимателей, который является членом торгово-промышленной палаты, подал в суд, который требовал о том или утверждал о том, что проведение, организация проведения этого внеочередного собрания было незаконным. Я бы хотел бы отметить, что именно торгово-промышленная палата Николаевской области и президент, и совет палаты, и президиум, и ревизионная комиссия в феврале 2012 года во всех средствах массовой информации, до сих пор во всех архивах находится это обращение, заявляло о том, что оснований для сбора неочередного общего собрания членов торгово-промышленной палаты не было законных оснований. Но это собрание было собрано административно. То есть работу-то проводили с людьми, да, предварительно? Безусловно. Это делается за 30 минут. Конечно. Проводили работу, рассказывали, писали в средства массовой информации, направляли индивидуальные письма. То есть мы ставили, подавляющее большинство людей, которые действительно не пришли на это общее собрание, действительно нам поверили, сказали о том, что ну раз нет оснований, мы к вам не придем. Пришла только ряд организованных людей, которые на сегодняшний день точно таким же способом, точно таким же методом пытаются организовать и прийти на следующее такое же вот так называемое внеочередное общее собрание. Список и каким образом это происходит, я, конечно, вам сейчас об этом расскажу и покажу. Это тоже достаточно интересная часть истории. Хозяйственный суд, апелляционный хозяйственный суд города Одессы признал решение общего собрания 17 февраля 2012 года незаконным. И все руководящие органы, которые были смещены, то есть президент, совет палаты, президиум, ревизионная комиссия, все в полном объеме восстановилось на срок на 17.02.2012 года. И когда говорят о том, что Власенко-то до 2014-го там избирался, но Власенко не исполнял полномочий до 2014 года президентом. Он исполнял полномочия, он о себе говорил в третьем лице. Он исполнял полномочия 2 года и 10 месяцев. 2 года и 2 месяца срока полномочий у него осталось. Поэтому своим приказом, точно так же, как это в свое время сделал Игорь Анатольевич Котвалюк, назначив себя своим собственным приказом после проведения общего собрания. Один к одному. Поэтому, когда оспаривают один приказ, надо посмотреть, каким образом ты стал этим президентом. Президент был. Конечно. Точно таким же образом, имея решение на руках, решение суда, имея такой приказ, все в полном объеме, имея на руках оригинал протокола общего собрания 9 февраля 2009 года, апреля 2009 года, были поданы весь пакет документов в Министерство юстиции, в областное управление Министерства юстиции, где была проведена в течение почти суток юридическая, анализ, юридическая оценка этих документов. Был проверен устав, были определены, как в других областях это происходит, соответствует ли эта вся процедура. После того, как областное управление дало свое собственное заключение в единую базу предпринимателей и юридических лиц, было внесены изменения, где Игорь Анатольевич Котвалюк уже с 1 числа не является руководителем, хотя на самом деле президентом торгово-промышленной палаты он об этом узнал 26 числа, 26 апреля этого года, 26 августа этого года.
Он уже знал о том, что он является руководителем предприятия еще с февраля 2012 года. Поэтому все остальные инсинуации, подписывание документов, требования собирать общее собрание, это уже все, знаете, это уже как в уходящий поезд, даже не в уходящий поезд, который уже ушел, он пытается каким-то образом, ну, доказать свою каким-то образом легитимность. После чего, имея в полном объеме весь пакет документов на руках, имеет документ о том, что государство признает меня в качестве руководителя торгово-промышленной палаты. 1 сентября в 15.45 я прибыл на свое рабочее место в торгово-промышленную палату вместе с первым заместителем облгосадминистрации Николаем Павловичем Романчуком. Я лично, как руководитель предприятия, имею право приглашать любой уровень. То ли это частных компаний, то ли это государственных компаний. В данном случае Николай Павлович выполнял в большей степени функцию человека, который следил за законностью и порядком, но никак не оказывал какого-то влияния, навязывал, выбивал, там, оказывал физическое, моральное, психологическое воздействие, так как это пытается на сегодняшний день представить наши оппоненты. Более того, это кому-то выгодно для того, чтобы показать, что есть какое-то слияние власти и, соответственно, там, бизнеса там, или каких-то общественных организаций. На самом деле, каждый раз Игорь Анатольевич Котвалюк забывает о том, что президент торгово-промышленной палаты он был избран прямо из кабинета заместителя главы этой самой облгосадминистрации и выполнял функцию одновременно государственного чиновника 17 февраля и президента торгово-промышленной палаты, который не является государственным предприятием. И именно только этого факта достаточно для Генеральной прокуратуры, чтобы сказать о том, что Игорь Анатольевич Котвалюк, я думаю, что этим будет заниматься, совершил коррупционное деяние, потому что совмещение таких должностей просто незаконно. Более того, я, честно говоря, не видел Игоря Анатольевича Котвалюка больше каких-либо защита каких-то интересов, то ли общественных организаций, то ли организаций бизнеса, будущего руководителя торгово-промышленной палаты, кроме как тех митингов, в которых он выступал в свою собственную защиту, поддержку. Ну, а почему, в принципе, сотрудники тогда митингуют, забастовки устраивают? Мне очень понравилась ваша реакция на эти забастовки, когда вы фотографировались возле этих людей. Так смело. Вы знаете, не смело. С чувством юмора. Не-не, вопрос даже не чувство юмора. Чувство юмора было тогда, когда я, во-первых, приглашал всех сотрудников пройти наверх, чтобы их как минимум услышали камеры, на них посмотрели, да, и они все-таки не стояли, не в ногах-то правды нет. И стоять, когда грузовики едут и что-то кричать в диктофон или в микрофон, это, ну, честно говоря, так, знаете, как-то, ну, нерационально. Кроме всего прочего, когда я прошел практически по всем этим, ну, массовке забастующим и понимаю, что люди даже не понимают, для чего они приехали, и когда у меня бабушки эти самые, с которыми я фотографировал, спрашивали, кто такой Власенко, почему он, что он делает в этой химчистке, да, и что мы вот здесь держим. Меня это, конечно, вызывало смех, честно говоря, что, даже не раздражение. А что это за люди? То есть вообще левые какие-то люди? Вы знаете, нет, не кто левые это? Люди. Нет. Есть на самом деле общественные организации, которые выполняют функцию защиты или поддержки трудовых коллективов, там, пытаются разобраться. И это общественная организация, которая принимала поддержку трудового коллектива, просто поставила в известность о том, что вот нам не дают никакие документы, нам не дают возможность работать, нам не дают возможность донести наши законные права для руководства, поэтому помогите нам, поддержите нас массово, а мы там выскажем все наши законные требования, пусть придут, отчитаются и расскажут о том, каким образом они нарушают наши права. Буквально перед этим, за сутки до этого, совет трудового коллектива заходил ко мне в кабинет, и мы пытались с ними поговорить по поводу законности их прав. Прав, обязанностей и самых главных требований. Что же они на самом деле требуют? Понимаете, совет трудового коллектива тоже работает в рамках законодательного поля и может требовать, либо может рассматривать вопросы, связанные с трудовым законодательством. Так как прецедента, либо какого-то факта нарушения трудового законодательства не было, а были требования провести внеочередное общее собрание. После чего я спокойно объяснил, что внеочередное общее собрание собирается только членами торгово-промышленной палаты, либо их руководящих органов, но ни в коем случае трудовым коллективом. И именно поэтому все эти забастовки, все остальное прочее, стоят только заинтересованные лица, которые готовы расшатать торгово-промышленной палате ситуацию, но никак не навести порядок, найти компромисс и, самое главное, держать себя в рамках правового поля. Сергей Валентинович, к сожалению, время наше подошло к концу. Очень коротко. Не будут ли какие-нибудь санкции в отношении тех, кто выходил на митинги? И
ну, вы готовы к компромиссу, вы готовы к тому, чтобы как-то, ну, вот, найти правду, вычленить из всего этого? Да, безусловно. Первое, каких-либо... Очень коротко, пожалуйста. Очень коротко. Первое, никаких санкций в отношении просто митингующих, безусловно, не будет, потому что людей вводят в заблуждение, а людям необходимо просто время для того, чтобы разобраться. Это первое. Во-вторых, санкции будут только исключительно тем, кто не исполняет своих функциональных обязанностей уже сейчас и не дает возможность другим работать, в том числе и сотрудникам торгово-промышленной палаты, и нашим партнерам и членам. Я уже на самом деле делаю такие сколько предупреждения о том, чтобы люди выполняли свои функциональные обязанности. Но самое главное, вопросы компромисса. Там, где стоят вопросы законного поля, здесь компромиссов не может быть. Все, что связано внутри нашего правового поля, все, что связано с эффективностью, все, что связано с интересами торгово-промышленной палаты и его трудового коллектива, однозначно будут и компромиссы, и новые предложения, и предложения по сотрудничеству. Що ж, я дякую за відповіді цікаві. І, ну, будемо сподіватися, що все завершиться добре. Да, большое спасибо. Успіхів вам в вашій роботі. Большое спасибо. Да, спасибо большое.